Привет! Вы на канале Олег Ас, и сейчас я нахожусь на презентации нового поколения, вернее, это рестайлинга Renault Trax сразу трех моделей T, C и K. И давайте посмотрим, что тут поменялось в этих машинах и чем они отличаются от того, что было до этого на рынке. Главное отличие, которое видны снаружи, это светодиодные LED-фары, которые теперь доступны даже в базовой комплектации на Renault, притом во всех поколениях, то есть и T, и C, и K. Исполнения теперь идут только с матричными LED-фарами. Кроме того, немного изменился дизайн передней решетки. Некоторые элементы бампера могут быть предметом индивидуальной, скажем, комплектации. То есть можно либо покрасить их в цвет грузовика, либо в черный. И это дает определенный там визуальный эффект. Но самые большие и главные изменения таятся внутри этого грузовика. И сейчас давайте я вам покажу их. Главное изменение здесь теперь скрыты внутри. То есть первое, что появились холдеры, под которые можно поставить, например, смартфон или что-то еще. Есть мониторы, которые теперь легко доступны и под рукой. Шкала приборов теперь полностью жидкокристаллическая. И кроме того, руль регулируется в трех направлениях. То есть сейчас мы попробуем продемонстрировать. Он может регулироваться по наклону, по выносу и еще меняться его конфигурация внизу. Это позволяет подобрать посадку довольно удобную каждому под его комплекцию. В спальном месте изменения тоже есть. Во-первых, оно стало немножко больше. Спененный матрасик дополнительный с эффектом памяти, то есть memory. Кроме того, должны быть USB зарядки и зарядка под телефон. Ну и самое главное, что здесь появилось сиденье с другими анатомическими характеристиками, которое будет более удобно в дальнем пути. Ну вот, собственно, наверное, и все изменения, которые произошли в Renault моделей T, C и K, и которые отличают теперь его. Но кроме того, это теперь полностью цифровой грузовик, подключенный к интернету, и он обновляется самостоятельно без посещения сервиса. Главное изменение еще в том, что эти машины теперь нет так называемых регламентных ТО. То есть действует так называемый сервисный контракт, который вы можете выбрать в зависимости от того, что он будет покрывать. Включает он запчасти или не включает запчасти. Включает он какие-то повреждения или нет. И на различные периоды. И с помощью этого сервисного контракта вы абсолютно точно знаете, сколько будет стоить 1 километр пробега на вашем грузовике на протяжении ближайших лет. Вот в этом как бы и есть главное отличие, которое Renault Trax теперь приводит на украинский рынок. Вот еще одно исполнение модель серии C, которая выполнена для плохих дорог. Мы видим, что тут есть защита фар, металлический бампер, нет пластиковых облицовок. И это тоже новое поколение моделей семейства Evolution. И обратите внимание, что здесь тоже уже в базовой комплектации представлены матричные светодиодные фары. Я думаю, что эта линейка будет расширяться, то есть появятся и другие исполнения, включая там с высоким клиренсом, с полным приводом и так далее. Ну, такой экспромт у нас, извините, что нету тест-драйва, потому что модель только показали. Такие новинки появились на украинском рынке. Renault модели T, C и K.
теперь представлены в обновленном исполнении Evolution. Подписывайтесь на канал, оставайтесь с нами, будем стараться рассказывать вам про новинки украинского рынка грузовиков.